Использование автомобиля в служебное время, продажа спиртного после 21:00. В этих проступках обвинения предъявлялись чиновникам в ходе очередного заседания Совета по этике Павлодарской области. Смотрим далее. Порой чиновникам не позавидуешь. Их каждый чих, каждый шаг под неусыпным надзором неравнодушных граждан, что чуть облегчает работу Департамента агентства по делам госслужбы. Итак, мониторинг соцсетей выявил следующее. Кирек ПВ Парахшасында сегодня в социальных сетях распространилось видео с руководителем управления ветеринарии Павлодарской области Увалиевым, который отъезжал от торгового дома на служебной автомашине с госномером 445 АВ. Жане, типичный Павлодар Парахшасында, пишет, что 25 октября 2024 года руководитель управления ветеринарии Павлодарской области Увалиев А.Н. в праздничный день ездит без ремня по личным делам на Артуре на служебной автомашине «Шевроле Трекер» госномер 445 АВ, за которой не закреплен. Подобный факт на заседании Совета по этике сочли дискредитирующим государственного служащего. Свою вину чиновник отрицать не стал. У нас обслуживается и заправляется машина полностью согласно договору за счет управления ветеринарии. Поэтому действительно загорелся чек на этой машине по доливке масла. Поэтому мне пришлось по пути после церемонии поднятия, я заехал в торговый дом, купил необходимые запчасти и по пути следования и поехал в село Кинжиколь, где я проживаю. Поэтому я вину свою признаю, действительно, что, конечно, праздничные дни. Но, как вам хорошо известно, инфекция, она, у нее нет выходных. Поэтому нам необходимо контролировать, выезжать, выполняя свою работу. Поэтому я извиняюсь, прошу, что я признаю свою вину. Впредь я не буду допускать таких. Прошу понять правильно. В итоге Совет по этике рекомендовал наложить на главу управления ветеринарии дисциплинарное взыскание в виде замечания. А руководителю управления казначейства Успенского района Назым Сагатовой прокуратура предъявила обвинение в содействии занятию предпринимательством. Установлено, что 15 августа 2024 года около 21:50 руководитель казначейства Успенского района Сагатова в неустановленное время осуществляла продажу алкогольной продукции водки 38 градусов на вынос в кафе «Казахстан» в селе Успенка. Данные обстоятельства установлены постановлением Успенского районного суда от 23 сентября 2024 года. Апелляционная жалоба правонарушителя, а именно владельца кафе «Казахстан» ИП Сыромолотова, данная при поддержке палаты предпринимателей Атамекен и его адвоката оставлена без удовлетворения, и вышеуказанное постановление суда вступило в законную силу. Уважаемые члены комиссии, в ходе судебного разбирательства руководитель казначейства Успенского района Сагатова сообщила суду, что является близким другом Сыромолотова, помогала ему получать по накладным товар от поставщиков. Чиновница считает, что прокурор района преследует ее, а в тот злополучный день она была в отпуске и факт продажи не признала. Полицейские с этим гражданином Рожковым зашли. Тот указал на меня. Якобы я продала водку. По этому дисциплинарному делу в отношении руководителя управления казначейства Успенского района Назым Сагатовой, возбужденного на основании акта надзора прокуратуры Успенского района, было предложено наложить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии по факту оказания содействия занятию предпринимательской деятельностью. Мурат Ибилмажит, Медет Карим, ЕРТС Акпарат.